Первой точкой маршрута стал новый ФАП в селе Толпино. Он открылся совсем недавно, 17 июня. Медицинскую помощь здесь получают около 700 человек. Это жители деревень Гавриловка, Калычевка и самого Толпино. В целом радиус обслуживания 9 километров. Каждый день здесь принимают в среднем по 10 пациентов. Это и первичное обращение, и те, которые приходят на процедуры, выполняя назначение врача. Врач, допустим, терапевт или какой-то другой специальности, он делает назначение, дается выписка на ФАП, и сотрудник ФАП здесь выполняет и инъекции, и какие-то иные процедуры. Также в селе Толпино глава региона посетил Дом культуры, который был капитально отремонтирован 2 года назад. Именно здесь для местных жителей проводят праздничные мероприятия и работают кружки. Занимаются в них порядка 80 человек. После ремонта в здании расширили сцену, приобрели аппаратуру и кресло в концертный зал. Кружки у нас работают хореографических, 3 кружка, 2 детских, 1 взрослый. 6 кружков у нас получается, да, детских, получается 2 взрослых. Вокальные кружки, так же как и взрослые детские, театральный развиваем кружок. Далее по плану поездка в райцентр. Там Роман Старовойт осмотрел котельную установку, которая рассчитана сразу на 2 потребителей. Она уже прошла все испытания, но работать начнет сразу после заключения договора на поставки газа. А это примерно через месяц-полтора. Ксения Дегтярева, Семен Ковтонюк. События дня.